Escuchando. ערב טוב, שיהיה לימוד למשפט כל הסביבים ובכלל אמר מרדכי בן תמר. על הסחת המסר ופתם 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 המסר ליום רביעי נא שרדו ופרשי תורה נביאים כתובים משנה הגמרא ספירו נוס אסטלסה זוהר זוהר מוסר אי הלכה גברית זוהר פרשת ויחי ליסט 239 страница 2 говорит Зоар так осри легефен иро осри легефен что это написано написано это одно из благословений которые Яков дает своим детям я думаю это благословение Иуда что он привязывает к винограднику иро говорит здесь объясняет здесь Зоар что он привязывает нечистую силу Спрашивает Зоар, «Май Гефен, что это за говорит виноградник?» Что такое Гефен? «Да, Кнест Исраэль, это говорит еврейский народ, или Шхина, сфера Малхут, которая называется еврейский народ, Кнест Исраэль. А май ит карья Гефен, почему она называется Гефен, виноградник?» «Эла Шхина, еврейский народ, эла ма Гефен ла мекабла ала нетия хара». Точно так же, как говорит виноградник. Можно его с каким-нибудь другим деревом спарить? Нет. Он не принимает к себе никакое другое растение. Ахинамик нестраэлла мекабла ала элла лекуча бриху. Также говорит еврейский народ. Никого не принимает, кроме Всевышнего. Увгин кенесет Исраэль иткафьян кама коль хэлин ахаранин. И для еврейского народа подчиняются все другие силы. Говорит, нечистые силы. Аир вахамор, ослины. Вела яхлин лав аша уршальта аве алма. И они не могут править в мире. Ваалда атилке ра шема кадиша бин айгу бехай гиса у бехай гиса. Поэтому Всевышний дал свое святое имя. Юд и Кей. Между ними. С одной стороны и с другой стороны. Как написано, осри легефин иро. Осри... Йод де осри. Там кончается на букву Йод. Вехей де иро. Хем лих ора миутарим. Лифи апшат харе я. Вехей на сорека бни атоно. Для сорека дивни. Да, он говорит, поэтому здесь написано, когда он привязывает этого своего осленка к винограднику, там есть вроде бы лишние буквы Йод и Хей. А это на самом деле буквы имени Всевышнего. Где это? Это благословение на, я думаю, если правильно помню, Иуда, который дал Давидам Якова вину в нашей недельной главе Вайхи. Там написано, что он привязывает своего осленка к винограднику. Чёрный осленок — это нечистая сила. Виноградник — то это еврейский народ. Он подчиняет себе эти нечистые силы. Бни Атоно. Это, что это ослица здесь? Ди ит акар бегинаху сорек. Отрываются они от еврейского народа. Кемададамер, как написано, ванухи нетатиха сорек. Кибес баяйн левушо. Дальше он говорит так. Он будет стирать в вине свою одежду. Яйн. Вино возьмет и будет стирать свою одежду. Что это значит? Что как бы Всевышний одевает одежду еврейского народа для того, чтобы отомстить за них. Дальше говорит Зохар. Кибес. Ковес ми баяйн. Что написано? Написано, он стирал в вине свою одежду в прошедшем времени. Почему стирал? Надо написать в настоящем времени. Ковес сейчас стирает. Вино — это кровь. Он говорит, так... Он говорит, потому что каждый раз, когда гой убивает евреев, эта одежда покрывается кровью. Эля кибес миумад идбере альма. Он говорит, что он постирал уже свою одежду с того времени, как был создан мир. С того времени он продолжает отмстить за еврейский народ. Уман и Иуда малька мешиха летата. Кто это говорит? Это Мелех Машех, царь Машех, который будет на земле. Баяйн сетар семала. Что это яйн? Яйн — это вино. Это какая сила? Правая или левая? Вино — это левая сторона. Вино? Почему? Вино, потому что вино красное и символизирует кровь, символизирует суд.
עובדם ענבים סתר סמלה לטאטה. אקרוף את הבינו את ה... כך בלב הליניה ורך נחמירך. עובדם ענבים, אף קרבי וינגרדין, את ה... לב הסתרנה נזימלה. וזמין מלכה משיכה לשלטאה לעילה על כל חילין אחרנין דאמין עובדי עבודה זרה ולתברה תוקפי הון מעילה ומיטתה. איבוד שינגרד משיח, בויד פרוויץ, אינה וכו, וירך נימי סילמי. וירך נימי סילמי. איתך שבויד פרוויץ, ניש נימי סילמי. תויס און נשתושת. Духовные силы неевреев на небесах и на земле. И наверху, и на земле. Давар ахер, кибец баян леву. Что другое объяснение, что значит он стирал в вине свою одежду. Кегована дагай хамра ахзе хеду вихуле дина. Он тоже так же говорит, что вино показывает на радость. Как написано, я не самах лева винош. Вино радует сердце человека. С другой стороны, вино, мы сказали, что символизирует суды, оно красного цвета. Лямино, где Абудазара, суд, радость для евреев, а суды для неевреев, для идолопоклонников. Ах, и нами малька Мешихаях, зе хайду ли Исраэль, точно так же говорит Мелех Машиях, проявит, покажет радость еврейскому народу, вехуле дина, лямино, где Абудазара, но он сам по себе полностью будет судьей, судом для неевреев. Вино? Вино как бы символизирует Машиеха. Так же, как и вино, с одной стороны, радует, с другой стороны, оно символизирует суды, радует еврейский народ, а суды символизируют для неевреев. И также и Машиех. Когда его придет он, это будет радость для еврейского народа, а для Гоим будут суды. Но евреев тоже будут судить? Для грешников. לבאר דבריו הראשונים, עם מה שמגיבז עלינו מששת ימי בראשית, כתיב, דש גרד ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. דואט ומסקזלי, זוהר גברית שלו, וזה שסיני את דברני, הוא זה אידיוט אמסטית. נפיס נפתורי פרק גלווה, אידוך בוז'י ויטל נדוודוי. שואטה, את המשיח. רוח אלוהים, את המשיח. כתור ויטל תם נדוודוי, מעצב וידו, זה לתנמק למשיח, פססדני אמירה. דר, רוחת למלכה משיכה, את הדוך царя Машеха, у миниумадит бере алма асхели вуше бехамра айла. И с того времени, как уже был создан мир, Машех стирает свою одежду в вине, в верхнем вине. Что значит? Он собирает там силу для того, чтобы да, судить неевреев. Дальше говорит Зоар. Хаме ма кетив батре. Он говорит, иди посмотри, что написано после этого. הכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. תראה שקוראים אותם, הכלילי עיניים מיין, פעמים את פרוויץ זה כך, גלזה פקרסנלי את וינה, הזובי בילית את מלאכה, אירי מרדו זבאמי בילו את מלאכה. דח אמרה אילאה דמרווה דאורייתה מיני שתה. הוא אומר, שתו את זה וינו, את הוינו איזבשך מרוב. את הוינו תורי. Которое человек пьет, когда он изучает Тору. Ульвеншина Михалав, а между зубами молоко, это намекает на хасадим, на милосердие. Вино какого цвета? Красного. Молоко? Белый символ милосердия. Для еврейского народа. Деха урайта яйн вехалав. Тора говорит, это вино и молоко. Что там есть? И силы, и величие, намекаемые вином. И также милосердие, намекаемые молоком. Тора ше бихтав. Ве тора ше баальпе. Есть письменная Тора и устная Тора. Тора письменная, она намекает на великолепие. Это милосердие. И хесед. Тора ше баальпе. Это устная Тора, намекает на власть. И на гвура, на силу. Кетив написано в Тейлим, ве я не замахалева венош, как мы сказали, вино радует сердце человека. Амай бегин деме атар, дехев два каате. Почему? Потому что говорит, вино идет с места радости.
ומן הוא סופה דקרא. אך כך זה כאן שביצא את פסוק. להציל פנים משמן. ודאי מאתר דיתקרא שמן. ספסי גרד ליצו עד מסלו. שאו את הזנצ'ית? ודאי שמצהיל ממקום הנקרא שמן, שהיא מידת החוכמה להמתיקו. Что? Он может быть светится, можно это сказать. Из места, которое называется масло, это сфера хохма, мудрости, чтобы подсластить суды. Таха зэширу таде хамраде хэдвагу, атарде холь хэду мине навка. Он говорит, идем посмотри. Начало вино – это радость. Там место, где есть вся радость, заключается, выходит оттуда. Вэсофэ дина, но в конце концов суды. Майтама, почему говорит так? Человек, если пьет в меру, это ему в радость. Немного он выпил вина, сколько надо, поднять себе настроение. Но если он перепил, человек пьяный, который пьет больше в меру, он делает грехи. Бегин де софа диле атар кинишу де хола динаху ве итдан алма. Бишвиль ше софо шу маком кибуца кол динху во диндона олам ше нифна шефа гуворо даян лимком адин велахен эхпах ледини. Потому что в конце все будет собрано. И что там будет? Начинается, там будут суды. Вальда ширута хедва ве софа дина. Поэтому вино вначале исполняет роль радости, а в конце суда. בגיני כך להציל פנים משמן, מפני כך צריך להמשיך ממידת החוכמה להמתיק הדינים. פנו גברית נוז'נה פריבסטי איז ספירי מודריסטי, שטובי פצלסטית את יסודי. מאתר דה כל החדווה מיני נפקה, במקום שכל הסמכות יוצאות משם, סמסת התחודה וכל יוצא רדסט. ולחם לבא ונוש איסאו, דש נפיסנה שטו, חלב נסישאית שלווקה. סרסי הוא נסישאית. נסישאית. מן לחם. Что это за хлеб? Эла лехем аль-масаид. Лехем опять намекает на сферу Мархут. И оттуда происходит влияние на землю. Виитема деве талья саиду де альма бильходой. Но если ты скажешь, говорит, только на этого, от этого зависит пропитание мира. Лавах это не так. Деха лелья бела йома ла иштаках. Он говорит точно так же, как не бывает ночи без дня. Что это? Он говорит, объясняет здесь так. Мархут аромез лалайля шуудин. Ночь это, мархут это символизирует суды. Темно, все строго. Бело йом не бывает без дня. Это сфера тиферет, которая намекает на рахамим, на милосердие. Ло немца, они не бывают отдельно. Ше эн мидата мархут яхола ляшпия левада рак ше и беяхад им мидат тиферет. Сфера мархут не может влиять отдельно. А только когда она вместе с Тиферет. Велабайле афшаран лон. И поэтому не нужно их разделять. Уман де африш лон и параш мехаин. А тот, кто разделяет между ними, он отделяется, не дай бог, от жизни. Вайну дихтив, как написано в книге Дворим, 8 глава. Леман годи аха кило ала лехам левадо и хия адам бегин де лабайле и параша. Что написано в Торе? Бог говорит, не хлебом единым жив человек. Не только хлеб его питает. Что это значит, что не нужно их разделять. А если скажешь, как Давид сказал, что хлеб насыщает сердце человека, он здесь перегнул. Говорит, что Давид сказал, что хлеб питает сердце человека. Имеется в виду сфера Мархут. Мы сказали, что сфера Мархут без Тиферы не влияет. А как Давид говорит, например, только Мархут? Почему он говорит? На самом деле он не говорит, что только от этого питается мир. Эла дайка демила велехем. Написано велехем там. И хлеб. Не просто лехем. Насыщает сердце, а и хлеб. А кто есть еще кроме хлеба? Ради демила велехен джузавау. Кмо вамонай. Что Всевышний, это тифер, уведдино и его, почему написано вехашем? Что Всевышний и его бедин. Вав показывает, что его бедин, и ангел, который сидят вместе с ним на суде. Вальда кула иштаках кахада. И теперь, что у нас получается? Все получается вместе, как надо. Если было просто лехем, то это было бы только мархут. Это были бы только суды. Но в Велехем есть тоже Тиферет. Великолепие это тоже
милосердие. Тахазе ман иварех ал мезона, ло иварех ал патора реканья. Идем и посмотрим, говорит Зоар. Человек, который говорит благословение, пусть не благословляет... Человек, который говорит благословение на еду, пусть не благословляет на пустом столе. Убае на хамали штакеха альпатора река альпатора. И нужно, чтобы хлеб был на столе. Вехасаде хамра бимина. Бокал вина его в правой руке. Майта ама, почему говорит так? Чтобы это было с правой руки. Бегин лекашра семала бимина, чтобы связать правую и левую. То есть соединить, подсластить. Хлеб в левой руке, вино. Пока хлеб, пока мы говорим хлеб на столе, но вино должно быть в правой руке. Хлеб на столе. Вино, это левая сторона, мы сказали. Правая рука, мы держим ее в правой руке, подсластить это вино. И хлеб нужно, чтобы он был на столе, чтобы благословился через него и соединился, и все было одной связкой. Шаббат или вообще? Вообще, сейчас посмотрим. Лев архашмана кадиша каткаю, для того, чтобы благословить имя Всевышнего как надо. Де алехем иткашар беяйн веяйн бимина. Он говорит, хлеб связывается с вином. Вино находится в правой руке. Уден бирхаан шарьян беальма упатура иштелим киткаю. И тогда, говорит, благословение находится в мире, и стол становится полноценным так, как надо. Пока мы видим, что это на шаббат, обязательно поэтому, когда мы говорим кидуш, на столе должно быть две халы. Закрытые же. Закрытые, как бы там ни было. Почему закрытые? Мы сказали, потому что на самом деле нам нужно было сначала благословить на хлеб. Но так как мы благословляем на вино, чтобы хлебу как бы не стало стыдно, мы его покрываем. А в простой день, если кушаешь хлеб и да. вино, сначала да. хлеб сказать, потом мы вино. Говорим, если человек сначала сказал на хлеб, то может сказать на вино после, да. внутри трапезы тоже. А если на вино сначала, потом хлеб? То можно тоже так. Не закрывать тоже? Обязательно? Не, закрывать надо. Обязательно, да. То пару еще минут. Бедрат Ашем, сефер, мисефер дварим шебекдуша, это мусар, насихат на сегодня, наставление на сегодня, глава первая. Ло е адам балан вегаргеран, эла ке охел лифне амелех мархе амлахим акадош баруху, лидабек бемидата хесед вегдуша убазет ишаэр абраха бемеав. Он говорит, человек не должен быть обжора, кушать как обжора, пить как обжора, а должен кушать и пить, как будто он сидит перед царем царей, перед Всевышним, и должен прилипнуть к качествам Всевышнего, его качествам милосердия. И благодаря этому, говорит, когда ты будешь кушать как нормальный культурный человек, благословение твоей еды останется у тебя в животе. Не надо будет много кушать. Там будет благословение. Бе-эсав китив, про Эсава написано в книге Берешит, аль-итенина, кианаха шаруй бетохмеам. Про Эсава написано, Эсав говорит Якову, залей мне в рот эту красную чечевицу. Почему? Он говорит, в животе Эсава находился там змей. Шера ухтивка написана в Мишле, уветен решаим техсар. Шломо Амелех говорит в 9 главе, а в животе злодеев не хватает. Сколько ни кушай, все мало. Следующий говорит, дворим шебек душа. О там ше ахилатам лешем шамаем умхавним лехаврод гуфам лавудатой барахам. Те, кто кушает во имя небес. И кавана у них, чтобы у них тело было здоровое. Нехшевет ахилатам кмо ахилат эрев йома кипурим умалин ло сахар баолам азе умен хаолам аба. Он говорит, человек, который кушает каждый раз, чтобы я был здоровый для служения Всевышнему, засчитывается ему, как будто он кушает в день перед Йом Кипуром. А там целый день кушает мицва. И кроме этого, говорит, он получает награду за то, что он кушал и в этом мире, и в будущем мире. Дальше говорит Сефер Шебек Душа, Дварим Шебек Душа. Кша адам ме анега шаббат ме махал умиште умхавен карауи дихтив кодеш и лахем, да авмашу лахем, леанатхем и е кодеш митале ал еде, малах кадоша мумуне бейома шаббат алзе. Вот человек, который наслаждает шаббат вкусной едой и вкусным питьем, и кавана у него правильная, как написано, свято они будут для вас. Даже только то, что ты делаешь для себя, ты кушаешь для себя вкусное, ты хочешь, но делаешь это в святости, он говорит, это поднимается благодаря ангелу, святому ангелу поднимается это наверх.
על ידי מלאך הקדוש המונה ביום השבת. יש ספיצל לאנגל, כתור נזנשן לשבתה. יסדו שגברית ספר דברים שבקדושה, אל תלחם את לחם רע עין, אל תלחם את לחם רע עין, כי גורם רעה לעצמו בעולם הזה ובעולם הבא. אום גבריתה. גברית שלמה, не кушай хлеб человека, которого плохой глаз. Как-то? Злым глазом, который завистливый, нехороший. Не кушай его хлеб, говорит. Почему? Потому что этим ты делаешь зло и себе. И ему. И в этом мире, и в будущем мире. Раала ацмо баулама зу баулама ба. Ты вредишь себе и в этом мире, и в будущем мире. Не води с ним, не кушай его хлеб. Это мусар на сегодня. Алха на сегодня, продолжаем алхот. תשובה, רמב״ם, תרציה גלבה. גברית הלכה, כל אחד ואחד מבני האדם, יש לו זכיות ועוונות, מי שזכיות טוב יתרות על עוונותיו, צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה על מחצה, בינוני. גברית רמב״ם, מוכר דבר שווקה, יש אי זסלוגי אי גריחי. צאו כבו זסלוג בולשי, און צדיק, צאו כבו גריחוב בולשי, און רשע. 50-50, 50-50, און סרדני. וכן המדינה, אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עוונותיהן, הרי זו צדקת, ואם היו עוונותיהן מרובים, הרי זו רשע, וכן כעולם כולו. איתך זה גורת, איתך זה סטרנה. יש לגד זסלוג בולשי פרבידנה סטרנה, גריחוב בולשי גרשנה סטרנה. איתך וסמיר. סלדת שהלכה, אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו מיד הוא מת, ברשעו. גברית רמב״ם, שווה כותורו גריחוב בולשי שם יבוא זסלוג, און סרזו, умирает из-за своей греховности, как написано, шенемар аль ров авонех, за большинство твоих грехов. Вехен медина шиамонутея мерубин мияди уведет, и также страна, где больше много грехов, она также исчезает, как написано в книге Берешит, 18 глава, закат с дома Амора, кираба, крик с дома Яморы пришел до меня, ко мне, говорит Всевышний, потому что очень много грехов там было, и тогда он уничтожил эти города. וכן כאילו על העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכיותיהן, מיד הן נשקטין, שנאמר וירא השם כי רבה רעת האדם. יגרתך שבסמיר, איזה גריחוף הוא יכבוש את שם זסלוק, און בוי נדאבוך ונשתור, כך נפיסנה, יוביטל סיבישני, זלו צ'לווקה. אתא, פעמוים סקז'נה, פרו ורמי נוחה, פרפטופ. איזה חשבתי הלכה נסיבוניה גברית, ושיקול זה אינו לפי מניין זכויות ועוונות, אלא לפי גודלם. ציפר, כג משיתיים, כג משיתיים, הוא גדל נשתיים פקליצ'צו, תשעי גריחוב, תשעי מצוות, נט. אף סעטווסטוויס איך רזמרם, ביליצ'ים, יש זכות שהוא כנגד כמה עוונות, יש גברית זסלוגה, כתור פרטי ובס, נסקלקים גריחם, כך נפיסנה, יען נמצא בו דבר טוב, כתוב שאתה יש לנו שאתה חרושה, קניג המלאכים. ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, נועז גרח כתורי פרטיובס נסקלקים זסלוגם, כך נפיס נפקו אלת, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. גרשניק הדין מורט ונשתושת מנוגה דברה. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא יודע איך עורכין זכויות כנגד עוונות. יקטוע את המורט זווסיץ, תולכה סיבישני, כתורי זנאית, פסוק כפרל נזווישוויץ. אם יקטוע את זנאית, נמורט את מפניץ. און זנאית כך זווישוויץ זסלוגי, напротив грехов. На этом мы закончили. Баруха Шем, Бог Израиль на сегодня. Баруха Дунай Леолам. Амин.